Всем доброго времени суток. В сегодняшнем видео мы постараемся увеличить скорость при укладке, и в этом нам поможет гребенка от Tyler Expert. У нее две основных настройки. Это по ширине до 60 см, минимальная ширина 34 см. Вторая настройка – это регулировка по высоте. То есть мы можем вести гребенку вдоль плитки по выбранной высоте. Второй вариант использования гребенки – это нанесение на плитку в зависимости от толщины плитки. Устанавливаем высоту зуба и фиксируем, что сейчас мы и будем делать. Толщина металла 1 мм. Основой у нас будет пенопласт. Это для хорошего скольжения, без царапин. Далее устанавливаем гребенку в нужный нам размер и фиксируем. В моем случае плитка составляет 11 мм, ну и полмиллиметра оставляем для легкого хода. Далее приколхозили вот такую вот перегородку. Кстати, у них уже есть новые гребенки с регулировкой перегородок. Ссылку на новую гребенку я оставлю в описании видео. Вот таким вот образом все работает. Размер плитки составляет 22 на 1,20 м. И как вы видите, она очень горбатая. Но несмотря на то, что плитка имеет толщину 11 мм, плитка легко гнется. Попробуем ее выровнять при укладке. Родной ролик на этом плиткорезе не справился с этой плиткой. И мы установили ролик от Руби. Также будем заливать масло, чтобы не было сюрпризов. Ну что, приступим к работе. Кстати, это гибкое ведро я тоже брал у Tyler Expert. Нанесение клея таким способом увеличивает скорость в работе. Как вы видите, все идет как по конвейеру. Только успевай класть плитку. Итак, уложили второй ряд по нитке. Ну а первый ряд рассчитан так, чтобы целая плитка ложилась в дверных проемах. Также будем отталкиваться от этого ряда при укладке напольной плитки. Сначала кинем правую сторону, а потом и все остальное. Итак, у нас появилась новая система TLS для выравнивания плит. Но это вы увидите в следующей, третьей части. Ссылку на первую часть я оставлю в описании. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.